пятницу в Самарской области будет пасмурно. Осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха в дневное время -1 на севере, +2 в южных районах. Ночью 0-1 градус. Ветер северного и восточного направлений подует со скоростью 2-4 метра в секунду. В Сызрани небо закроют тучи, в течение дня будет идти дождь и снег. Днем +2, ночью 0 температура. Ветер северный, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти пасмурно, осадки в виде дождя и снега, днем +1, ночью 0 градусов. Северо-восточный ветер 2 метра в секунду. В Самаре пасмурно, выпадет снег, днем 0 градусов, ночью -1. Ветер северо-восточного направления 2 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 97%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.